покатался, пришел домой. Конечно же, здесь пусто. Я покупал кефир, еще немножко есть. Йогурт я выпил, еще молоко. Что же можно сделать с кефира, с молока, с капусты, варенья? Это смалец. Смалец на украинском мове. Это еда с сестрой. Смотрите. Она это ест каждый день. Фу, блин. Короче, что можно приготовить еще раз? Есть у меня чеснок, капуста. Ну, уже можно сказать, капусты нет. Кефир, молоко и йогурт. Ну и варенье. Еще немножко алычи и кабачков, пару кусочков. Что ж приготовить? Да ничего. Что ж можно приготовить с этого? Короче, я буду варить суп. У меня есть картошка, морковь. Хотел приготовить суп, но сестра украла все ножи. Она спрятала у себя в комнате, походу. Комната закрыта. Да, значит, она спрятала все ножи в комнате. И вот незадача. Остался только тупой один. Очень тупой, которым никто не пользуется. О, есть нож. Есть нож, представляете? Она прятала его 3 дня где-то. Но уже он есть. Что есть, то есть. Господи боже мой, что это такое белое? Ничего, будем есть. Не выбрасывать же еду последнюю. Вялое, не хрустит. А вот тут как варить суп? Если вы не умеете готовить, нужно пробовать. Вы, например, умеете бэкфлип и умеете ноуфуд. Вы что делаете? Бэкфлип, ноуфуд, сразу пробуйте. Также вода. У вас есть, вы умеете кипятить воду просто. И умеете, например, жарить картошку. Или варить. Бросаете жареную или вареную. И делаете себе суп на тот вкус, который вы хотите. Главное иметь свой стиль и импровизировать. Тогда у вас будет что-то оригинальное и вкусное. Если экспериментировать, пробовать и на своих ошибках учиться и улучшать свои блюда. А если вы будете делать все по рецепту, катать во всех стилях, делать разные трюки, иметь свой стиль. Также и в готовке нужно иметь свой стиль. Хотите с макаронами, хотите с сыром. Напишут в рецепте 200 грамм сыра, вы кидаете 500. Как хотите, так и готовите. Нужно экспериментировать и пробовать. Самое главное, вы готовите и просто пробуйте. В общем, одинаково не делать, как другие люди. Катание, например, берете что-то с одного рецепта, берете что-то с второго рецепта и добавляете свое. Так у вас получается свое вкусное блюдо. Также в катании вы смотрите на одного райдера, на второго. Там взяли в одного фишку, там второго придумали еще что-то свое, получилась ваша фишка. Главное не быть похожим на всех и не делать как все. Потому что будете есть одну и ту же еду всю жизнь одинаковую. И это очень печально. Но есть небольшие правила. Например, морковь, она тверже, чем картофель, и нужно ее раньше бросить. Если вы одновременно бросите, картошка сварится раньше времени, и получится, картошка уже разварится, будет каша, а морковь еще твердая останется. Так же, как, например, вы делаете бэкфлип на фуд, вы делаете сначала бэкфлип, потом на фуд. Также здесь сначала морковь, потом картошка. Уже не делайте сначала на фуд, а потом бэкфлип. Бросил морковь, картошку, еще бросаю лук. У нас в Украине просто нет такого слова лук, точнее есть, и оно означает лук, тот, с которым стреляют, стрелами. А вот это называется цибуля. И мне смешно, когда это называют луком, как будто с него стрелять должны. Очень смешная мова, язык. Вот именно, что язык еще. Не мова, как на украинской мове, а язык. Очень смешной. Короче, бросаем лук. И его нужно бросать или аккуратно, можете забросить, или с размаха, то есть как вы трюки учите, или сразу твердое, как мы с Мелами, ломаете кости, и можно также здесь можно бросить и обжечься. А можно аккуратненько, как в поролонку, получил трюки и сразу потом. Можно на мелкие куски, можно целые бросить. Я вот на 4 куска разрезал, обычно я целую просто бросаю, потому что так удобнее. Хотите, солите, хотите, нет. Это на любителя. Я посолю. Сколько? Да по чуть-чуть солите и пробуйте. Много вам или немного. Когда все уже бросили, дальше оливковое масло. У меня есть базилик. Базилик. Креп сушеный, зелень сушеный. Креп.
Окроп. Это ваш стиль катания. Вот дадите окропа, изюминку какую-то в суп. Ваш суп станет вкуснее. Например, все делают канканы, ноги в разброс, а вы делаете их вместе. Также здесь что-то тоже делаете особенно. Перец. С каким отношением вы подходите к трюкам? Перец делайте их дерзко, резко или плавно, без перца. Вот вам сравнения такие дебильные, чтобы посмеяться. Во время готовки нужно пробовать каждый ингредиент, или он готов. Берем, к примеру, макароны, и они варятся 5 минут. Я знаю, сколько они варятся. А морковь, например, 20 минут. И нужно, значит, 15 минут варить морковь, и потом оставить 5 минут для макарон. Потому что если ты сваришь морковь и бросишь макароны, они будут еще вариться 5 минут, а морковь уже переварится. Этот как... Прыгаешь гэп большой, нужно сначала попрыгать дёрты, дропы, все по чуть-чуть. Нужно знать, сколько варится каждый ингредиент. Тогда только переходить к большой кастрюле супа. Я нашел лавровый лист и с плесенью. Короче, с плесенью бросил его в кастрюлю, будем вылавливать. Какой-то стрёмный, фу. Надеюсь, мой суп не заражен. В принципе, у меня суп для нищебродов, так что это сразу how-to, как дешево можно и нормально поесть. 2 ложки оливкового масла, если оно у вас есть, если нет обычного, или вообще не давать. Но, в принципе, морковь 5 гривен, дальше картошка тоже там 5 за килограмм, лук тоже копейки, короче, суп и вода с крана, пару приправ. В общем, как сделать большую кастрюлю супа за 50 рублей. Было бы круто сделать хоту, как сделать сырный суп. Я один раз его делал, и у меня он сразу офигенный вышел. Но у меня был сыров, было очень много, и с плесенью был сыр. Это стоит очень много денег, поэтому у меня нищенский вариант. Это как на велосипед. Какой велосипед? У меня вот такой суп. Если вы катаете на спонсорстве, и вы мажоры, у вас есть деньги, да, вы можете себе сырный суп приготовить. Но если вы катаете с порванным седлом на вареной раме, вот такой вот суп для вас. Запах какой божественный, крутой. Все готово. А то я сидел и думал, что поесть, что поесть. А то голова болит монтировать. Голодный весь. Голодный весь и целый день, короче.